сказать вам полезен? Позвоните, пожалуйста, в газету Twin Peaks. Кому именно? Пусть позовут Дуэйна Милфорда-младшего. Дуэйна? Редактора. То есть нужно позвонить по телефону. Да? Да. Скажите ему, что Одри Хорн приковала себя к двери банковского хранилища Twin Peaks в знак протеста против их финансовых связей с проектом Ghostwood. И что я останусь здесь, пока в городе не пройдет совещание о будущем наших лесов. И в особенности о последствиях проекта Ghostwood. Хорошо? Да, мисс. И можно мне стакан воды? Спасибо, Белл. Живой. Но были же похороны. И цветы, и церковный хор. Я надеюсь, вы сможете мне помочь. Вам знаком этот ключ? Да. Это ключ от одной из наших ячеек. Вы позволите? Ну, конечно, вот. Только у нас тут возникла маленькая проблема. Проблема. Здравствуйте, Пит. Одри. Юная леди, почему вы прикованы к решетке? Гражданское неповиновение. Ясно. Не спрашивай, каким должен быть хороший человек, будь им, Марк Аврелий. Похвальное стремление. Не вижу здесь проблемы. Разрешите? Конечно. Вы позвонили в газету? Еще позвоните шерифу, пусть скажет агенту Куперу. Дайте мне ключ. Мальчик! До свидания. До свидания. Мы прошли очень долгий путь, Пит, и дошли до конца. Попался Эндрю. Сегодня нос.
сейчас отлично проводит время в лесу. Что ж, вы бы и правда мое здесь. Простите за беспокойство, майор Брикс, но у Сары есть для вас очень важное сообщение. Сара.
наверное, ошибся. Я жива. Если ты отдашь мне свою душу, я оставлю.